Максим Федосеев – инвалид первой группы. Несмотря на инвалидное кресло и заболевание, парень учится в Ульяновском авиационном колледже, старается вести активный образ жизни. Молодому человеку нужна помощь в ремонте. Для удобного передвижения в кресле коляски по квартире необходим ремонт и расширение дверного проема в ванную. Расходы существенные, поэтому семья Федосеевых обратилась за помощью к региональной власти. Члены комиссии тоже, если поддержат, то мы предлагаем оказать помощь 600 тысяч рублей. Я думаю, что нужно поддержать, как считаете? А что значит? Нет возражений, конечно, поддерживайте. Это и другие обращения губернатор Алексей Русских рассмотрел на совещании по оказанию адресной помощи жителям. Семье из Чердаклинского района помогут построить дом. Старое жилище сгорело, а супруги с новорожденным ребенком остались на улице. Сейчас проводится экспертиза причин пожара, так как жилье было застраховано. После этого муниципалитет поможет расчистить территорию. Безусловно, надо это работать. Мы Юрию Сергеевичу туда дадим поручение. Вот. На непосредственно организацию всего строительного процесса. Вот. 1,5 миллиона рублей, я считаю, нужно выделять из областного бюджета и максимально быстро организовывать строительные работы. По информации Министерства социального развития, с начала этого года почти 5 тысяч жителей региона получили адресную помощь на сумму в 224 миллиона рублей. В основном это помощь при пожарах и дорогостоящее лечение. Анна Тищенко, Улправда ТВ.